Здравствуйте, с вами Ульяна и рубрика «Буктрейлер». Сегодня мы говорим о необыкновенной книге авторов Кэрри Райана и Джона Парка Дэвиса «Карта куда угодно. Рубиновый ключ». Финн вырос в сиротском заповеднике и едва помнит свою маму. Мало того, никто не помнит его самого. Каждый, кто сталкивается с Финном, забывает мальчика через несколько мгновений. Девочка по имени Мэрил живет в американском городе Фениксе и мечтает поскорее отправиться в путешествие с родителями. И вот однажды их пути самым неожиданным и удивительным образом пересекаются. Кто бы мог подумать, что девочка из Аризоны и мальчик с пристани Клучанет будут вместе разыскивать древнюю карту куда угодно, разгадают тайну рубинового ключа и станут лучшими друзьями. Читайте с удовольствием.